Явной онкологии врачи не обнаружили. Подведены итоги акции, которая прошла в рамках ежегодной недели ранней диагностики рака головы и шеи. 26 октября любой желающий мог пройти обследование в городской больнице. В этот день был организован бесплатный осмотр. Стоматолог, отоларинголог, онколог, эндокринолог и дерматолог осмотрели горожан и дали консультацию. Во время акции к врачам обратились 38 человек. У 12 нашлись патологии. Специалисты обнаружили у одного пациента новообразование в полости рта, еще у одного проблемы с щитовидной железой. Еще у 10 человек выявлены патологии кожи. При этом о явной онкологии речи не идет. В прошлом году во время акции было осмотрено 627 жителей Ямала. У 112 человек врачи заподозрили онкозаболевание.